Среди каталонских виноградников расположилась небольшая, но уникальная церковь. Она напоминает знаменитый храм святого семейства в Барселоне. И на то есть веская причина. Местный архитектор, спроектировавший его, был учеником и поклонником Антонио Гауди. Неудивительно, что храм получил прозвище «Маленькая Саграда Фамилия». Проект основали еще в начале 20 века, когда местный священник убедил своего брата профинансировать строительство церкви. Ее посвятили Святой Марии, покровительнице Каталонии. Церковь находится на пути к горе Монтсеррат, куда паломники отправлялись молиться за урожай винограда. Она вдохновлена формой горы Монтсеррат. Когда наняли архитектора, ему сказали, что идея такая. Богородица Монтсеррат должна оказаться здесь, в Монфери. И так он представил себе что-то похожее на гору и построил храм. Первый камень заложили в 1925 году. Плиты сделали местные жители. Они производили цемент из гравия, собранного в близлежащей реке. В 30-е годы из-за нехватки средств и гражданской войны в Испании строительство приостановили. Храм пострадал во время боев. С тех пор более 50 лет стоял заброшенным. Строительство возобновилось в 80-х, а открытие состоялось 30 мая 1999 года. У нас есть жемчужина, которую можно сравнить с собором святого семейства в Барселоне. Конечно, это не копия, но он наш. И это подарок, который мы, жители Монфери, предлагаем всем в стране и в мире. Это очень важно для нас. В последние годы храм стал популярной туристической достопримечательностью. В 2021-м его посетило более 25 тысяч человек. Подписывайтесь на наш канал и смотрите мировые новости. Мы освещаем факты, а выводы делаете вы сами.